Согласно данным НПФ, объем пенсионных средств на банковских счетах продолжает уменьшаться. К концу апреля этого года сумма сбережений НПФ в банковских организациях составила 60 миллиардов рублей. Данный показатель составляет десятилетний минимум, а по данным Минфина данный минимум может оказаться историческим. Фонды выбирают консервативный метод распределения средств, это инвестирование ОФС и корпоративных облигаций. Больше информации на нашем сайте.